Когда-то Людмила Матевушева работала художником в Доме культуры рыбаков, ныне культурно-информационном центре. Теперь ее пригласили сюда, как известную в городе, стране и даже за рубежом мастерицу. В Севастополе это персональная выставка для автора, третья по счету. Здесь 45 картин, среди них много новых. Нити, с которыми работает Людмила, разной фактуры, жесткости, цветовой гаммы. Но им всем она находит применение. Превращенные в символы, они начинают говорить. Я беру нитку, например, объемную, и делаю как бы барельефные картины. Есть такие работы, которые даже работами назвать нельзя, просто творческие такие моментики. Вообще, мне очень интересует тема космоса, я могу рассказать о космической картинке. Опять же, там тема яиц, символ вечности, зарождения на Земле, и Млечный путь, и движение планет как бы в форме яиц. Ну и цветом играю. Все картины выложены нитками по смазанной клеем основе. Раньше у работ Людмилы никогда не было рамок. Некоторые нити даже причудливо выбивались за края картин. На этот раз автор решила, рамки будут, но тоже из ниток с орнаментальными сюжетами. Художница постоянно экспериментирует. Например, для одной из картин выбрала необычную основу – яркий платок. Этот платок у меня долго лежал, и мне очень нравились там цвета, краски. И я решила сделать... Как бы сначала я увидела там голову птицы, голову дельфина, а потом обыграла, наклеивая сверху нитки. Поток наклеила на подрамник, а потом нитки. Ну, это может сделать любой творческий человек. Это очень интересно. Это обычная аппликация, но получается яркое пятно. И очень интересно будет смотреться в интерьере. Мастерству нитканного гобелена уже учатся маленькие внучки художницы. А друзья и коллеги по цеху не устают восхищаться талантом Людмилы. Это удивительная, необычная, новая техника, это новое слово в области декоративно-прикладного искусства. Простая и выразительная техника, она не оставляет никого равнодушным. Людмила Матевушева говорит, начиная работу, не всегда удается спрогнозировать результат. Зачастую образы и формы рождаются в процессе творчества. Но спрогнозировать можно реакцию зрителя. Люди всегда стремятся прикоснуться к картинам Людмилы. Посетители уверены, эта выставка воплотила солнечное севастопольское лето. Она дарит тепло и массу положительных эмоций. Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.